Thank you.
которые собрались на вашей бизнес-логике, и управлять этим старым. Такие основные решения монет как концепция уровня стабильности. Он должен дать вам минимальную возможность закрепки норм для совершения недавно по лицу на либо нет сотрудных сотрудности в этом плане по определенным правилам. Также он представляет вам, который работает на высоком уровне интерфейса, но не с полуровнями интерфейсами старается. Они должны использовать напрямую искать вопросы, например, или взаимодействовать с правилами. Каждое хранилище, которое возможно подключить к реализует свои какие-то логические интерфейсы. Но он позволяет вам сделать такие работы. Они не должны никак друг с другом не коррелировать, они могут быть совершенно разными. Он позволяет работать со всеми. Также такое интересное вещь, как разграничение чтения и изменения чтения. Есть часть системы, которая читает ваши данные, есть часть системы, которая изменяет состояние ваших данных. Они друг с другом не коррелируют, не пересекаются. Это два разных компонента. Если мы желаем необходимо упростить это высокобазовое данное, сейчас данные сохраняли, и даже когда мы все решили сохранять их в целом, и мы желаем использовать какие-то микросервисы, нам тоже позволяет вам расходить ваши бизнес-данные, для более простого сохранения ваших данных. Ну и, естественно, это самое это слабое связи между компонентами системы. Каждая сейчас эта система — это отдельный день, который может использоваться отдельно без остальной группы. Как простое чтение, как это чтение, мы получаем данные с одного простого приложения, переходит в другое. Только для этого у нас есть база вещей, которые включаются в свет приложения. Мы присылаем от корреспондент связи, которая с помощью доктора получает вам, позволяет вам получить ваш объект в вашем бизнесе. И наоборот, когда вы используете какие-то данные, они приходят к базе RailsClub, но тут дальше выпадают победы, которые начинают свои действия, изменяют состояние, с помощью связи попадают обратно в редактора и фиксируются в этом вашем сомнении. Тут я беру вас на одного участника адаптера. Что же у нас делает адаптер? Адаптер представляет вам как разработчики высокоуровневые интерфейсы. Вы работаете с технологиями, и это соотношение основными компонентами. Это такое обязательно, все выставляет стоят внутри. Они в себя это все совмещают. Также адаптер, как я говорил, связанный с партнерами, могут быть разными. У них нет какой-то единой общей ленты исполнения, у них нет какой-то единой общей квест, от которого вы последуете. Все квесты и методы могут быть разными. Все зависит от вашей теории. И при себе адаптер использует уже более низкий уровень выводящих общей ленты, набора данных, связи и некоторые другие. Соответственно, получаем более высокую абстракцию над связями, ивентами и основными компонентами. Мы выбираем интерфейс. Репозиторий представляет классный вот этот стек данных чтения. Это за отдельный дом, как и все частные структуры. Он себе представляет доступ к объектам, которые выполняют в хранилище. Также вы можете автоматически связать те связи, которые вы получаете из хранилища, потому что данные, которые вы получите, вы получите грязные деньги. Это даже не класс, это ваша база на объект. И представлять эти данные с помощью методов больше объекта предметной области. Немножко поговорим про те кортежи, которые разделены на часть структуры. Вот пример просто для репозитория. Совсем минимально, что вам нужно иметь репозиторий. Выходится от базового кода репозитория, называется, указывает, в какой части используется, и дальше делается заметку на чтение. Это самое простое, тут может быть сложнее, да? Вы можете добавить другие методы, которые у вас занимаются поиском данных. Это будет больше внешний интерфейс взаимодействия со сторожем, то есть через них вы будете работать. Вы можете написать какие угодно эти методы. Они должны быть набора данных, а вас не вопросы. Про структуры, которыми оперируют репозитории, это довольно-таки простые объекты, которые всегда представляют что-то такое вот писать. Доступ к атрибутам этого объекта
Thank you.
I'm not going to be able to do that.